Недавно мы с вами пекли мой самый-самый любимый пирог со сливами, а сегодня сделаем точно такой же, но с яблоками. Он получается тоже очень вкусный и подойдет на замену надоевшей привычной шарлотке. Тесто получается воздушное, нежное и очень мягкое. Нам понадобится сливочное масло комнатной температуры, мука, сахар, разрыхлитель, корица, яйца, еще немного сахара и, конечно же, яблоки. Почему же сахара два? Один сахар мы будем использовать в тесто, а другим сахаром будем посыпать яблочки перед выпечкой. Итак, первым делом приготовим яблоки. Яблоки нужно помыть, обсушить и нарезать на дольки. Снимать кожуру или нет, это все на ваше усмотрение. Я обычно яблоки от кожуры не очищаю, но если вам хочется ее снять, пожалуйста, снимайте, будет тоже очень вкусно. Переходим к тесту. В чаше миксера или в какой-то глубокой емкости, в тарелке или в блюде, смешиваем сливочное масло комнатной температуры и сахар. И все это очень хорошо взбиваем миксером. Мне очень нравится использовать стационарный миксер, хоть у меня он и простенький, но все равно позволяет заниматься другими делами, пока что-то взбивается. Ну, например, можно потанцевать или помыть посуду. Взбиваем масло с сахаром примерно минут 5, затем по очереди начинаем добавлять яйца. Разбили одно яйцо в тесто, взбили. Затем разбили второе. Если яйца добавите сразу, тесто может расслоиться. То есть второе яйцо можно добавлять только после того, как первое уже очень хорошо вмешалось в тесто. У нас получается пышная масляно-сахарно-яичная смесь. Теперь добавляем сюда муку вместе с разрыхлителем. Муку можно просеять через сито или специальный стакан, а можно просто высыпать ее из стакана. Перемешиваем тесто до однородности с помощью обычного ручного венчика или столовой ложки. Миксер здесь уже не понадобится. Теперь берем форму для запекания и выкладываем в нее наше тесто. Я обычно использую силиконовую форму, но всегда прокладываю ее бумагой для выпечки. Мне просто так привычно и мне так проще доставать готовый пирог из формы. Разравниваем тесто сверху столовой ложкой и выкладываем на него яблоки. Яблоки выдавливать в тесто не нужно, просто аккуратненько кладем сверху. Можно, кстати, в два слоя или внахлёст. Теперь посыпаем яблоки смесью сахара и корицы. Сахар можно использовать или коричневый, если он у вас есть, будет еще вкуснее, или обычный белый. Убираем пирог в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 40-50 минут. Сразу покажу вам разрез, вы посмотрите, какая красота. Это очень вкусно. Приятного вам аппетита!